Всем привет, друзья, в эфире распаковка. Ну, начнем вначале, наверное. Зашел я в ДНС, купил вот такие вот наушники, так, чтобы стримить, чтобы слышно, что было происходит на стриме. Вот купил, надеюсь, подойдут. Сколько? 399 рублей. Идем далее. Дальше сеть магазинов Кировский. Конфеты Милка. Наконец-то добил. Вот такие вот Милка. Стоит 199 рублей 99 копеек по акции. Корм Китикет 4 штуки для Меурицы, вот, со вкусом говядины. 4 штуки на 75 рублей 96 копеек. Каждый из них 18,99 стоит. Батончик Милка. Такой вот батончик. Не пробовал. Но для другого обжора уже. Батончик Милка 44 рубля 99 копеек стоит. Батончик Сникерс 34 рубля 89 копеек. Вот такой маленький классический Сникерс. Ну и молоко. Молоко для обжора 49,99 рублей. Вот такое вот молоко. Вот такое. Общая сумма у меня вышла на 405 рублей 77 копеек. 1 рубль 45 скидка. Что-то скидка все меньше и меньше. Вот такой вот сегодня обзор.